Умерла 34-летняя звезда КВН. Умер участник команды «Пирамида» Аслан Албаров. Мужчине было 34 года. 34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Албаров умер ночью на 4 июля во Владикавказе. О причинах смерти юмориста пока ничего не известно. Аслан Албаров участвовал в КВН в 2004-2010 годах. В последнее время он работал на телеканале «Осетия». Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе выставки «Кавказ Мастеровой», проводившемся в рамках международного фестиваля «Горцы».